Сейчас чуть-чуть про него расскажу. Значит, служит он для того, чтобы в одиночку швартоваться, ну или чтобы не в одиночку, но по крайней мере, чтобы облегчить жизнь швартующимся. Значит, вот здесь есть такая скоба, она с помощью клавиши вот отстегивается, превращается вот в такую в легкую, незафиксированную. Здесь есть тоже вот такая вот хреновина. Туда мы заводим швартовый, вот так вот. Вот обычный швартовый. Вот, вот все вот это вот болтается, пожалуйста. Никаких проблем. И суть в чем? Вот мы когда подходим, например, к швартовой утке или еще где-либо, держим в руках один конец и подводим этот конец к себе со швартовым. То есть вот у меня, вот я зашвартовал. А теперь, чтобы отшвартоваться, видите, вот здесь открылось такой рот, такая скоба, нужно вот так сделать. Толкнуть вперед этот багор. Расшвартовали. Чудеса. Покажи еще раз. Вот еще раз давайте. Значит, завожу и дергаю на себя. Мой. Оп. И теперь ухожу. Вся любовь. Мне нравится, они есть трехметровые, есть вот типа двухметровые, там 1,8. Значит, в состоянии собранном и вот в состоянии разобранном. Ну, естественно, у длинного еще одно колено.